Воспитанники спортивной школы «Стимул» поддержали паралимпийскую сборную России. Акцию провели в знак солидарности. Напомним, 3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в зимних играх в Пекине. Сегодня команда в составе 71 человека покинула Китай. Кто мы? Россия! 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 Может готовиться всю жизнь, он тренируется, он пот проливает. И через какие преграды преодолевает, это только он сам знает, этот спортсмен. И мы тренера знаем, как ему тяжело бывает. Я хочу сказать им, не падайте духом. Мы сильные, мы будем с ними всегда за, поддерживать все, что от нас зависит. Мы будем рядом, мы-то еще раз говорим, мы летняя паралимпийская сборная, они зимняя. Но мы все одна великая команда великой страны под названием Россия.